Окей, всем привет, с вами Дант, и сегодня мы продолжаем играть в кейс Animatronics. В общем, есть что я понял. Сначала надо изучить карту, потому что из-за того, что я в прошлый раз ее не изучил, мне было тяжеловато. Так. Ага, все, понял, куда мне надо. В общем, все эти разы я ходил не туда. Все отлично. Теперь бежим. Бежим, 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 бежим. Так, хорошо. Так как я знаю, куда мне надо идти. Теперь главное туда дойти. Окей. Ждем. Долго надо ждать. Так, хорошо. Теперь начинаем разбираться. Вот он. Тихо. А, понял. И он топает-то. Так, интересно. На камерах его нигде нету. На камерах. Ну и где он? Что это за звук ще был, я не понял. Точно его нигде не видно, блин. Мне показалось ли оттуда кто-то спрыгнул?
А, вот он идет. Карта. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Так, отлично. Фонарик не работает. А тем временем Вук-то куда-то смылся. А, вон он идет. Нужно вот отсюда выйти же. Или он сюда пошел? Нет. А, его. Так. А, вот он идет и. Теперь прислушиваемся, как будто мы, мать его, маленькие мышки. А на нас охотится громадный кошак. С острючими зубищами. Блин, я туда не пойду, пока он сюда не пройдет. Хотя можно, в принципе, пройти. В принципе, времени-то мне хватает. Мне уже не хватает. Так, идиот. Давай сюда заходи. Давай, давай. По-моему, меня камера наебала. Так. Хорошо. Мы вот тут. Аниматроник вот тут. Такс. Угу. Куда он идет? Он был в душевой. Сейчас я не понимаю, где он. Фух,
Пока я его не увижу, я никуда не сдвинусь. А вон он. Интересно, будет он мимо этого окна проходить еще раз? Чего? По-моему, у нас камера немного обманывает. В упор стоял, не видел. Отлично. Теперь во всем здании есть свет. Да, и появился еще один аниматроник. Больной ублюдок. Гигантская кошка. Что еще придумаешь? Так, надо держаться подальше от вентиляции. А, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Сюда, то есть. Кажись мне звездец. По-моему, лучше не... По-моему, он там. Фу, тут плохо. Так, теперь думаем. Какие у нас есть пути к отступлению? Ну, первое — это сушить вентиляцию. Ну, я бы на самом деле где-нибудь засел бы и подождал, когда у этих железобетонных кукол закончится зарядка. Потому что, походу, у них экстренного рубильника для выключения нету. Нет. Ты меня не найдешь. Я в домике. Я забетонирован. Ладно, я сейчас немного перекурю. Так, окей, я немного отдохнул. А кошек-то возит, возит.
Замок сломан. Хотя отмычка из комнаты вещдоков могла бы решить проблему. Так, окей. Кажется, я понимаю, откуда могли взяться гигантские игрушки. Если они были вещественными доказательствами по одному из дел, это многое объясняет. Знаешь, это не то, что многое объясняет. Это на многое намекает. Но я не знаю, как мне пробраться на склад. Потому что я думаю, все находится там. Ладно, давайте что сделаем. Как самый смелый идиот. Ты не хочешь все смотреть? Это очень плохая идея. И она не сработает. Она капец как не сработает. А, тут шкаф был. Интересно. Понял. Знаете, время для безумства. Чего за касцена, блин, алё? Вот чёрт, только этого мне сейчас не хватало. Нет. Нет. Ты же тупой? Ты не очень тупой! Беги! Беги! Дурак ты, короче! Так, ну-ка, посмотрим, где контрольная точка была. Так, ладно. Понял, где контрольная точка была. Ладно, давайте на этом заканчиваем. Третью часть. Продолжим следующий. Всем спасибо. Всем пока. Я пошел отдыхать. Все.